44-летняя Шарлиз Терон, Чарлиза Терон, посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. Звезда отдала предпочтение необычному образу. Актриса фильма «Скандал» побывала на традиционном ланч всех номинантов «Оскара» 2020. Ежегодно это мероприятие устраивается в рамках подготовки к главной киноночи. Для своего нового выхода в свет Шарлиз выбрала стильный лук, отличающийся от ее недавних нарядов. Вместо платьев с откровенными разрезами звезда фильма «Скандал» выбрала элегантный комплект, состоящий из светлой блузки с короткими рукавами и широкой юбки в полоску. Терон вновь сделала короткую челку и отдала предпочтение умеренному макияжу с ярким акцентом. Она накрасила губы эффектной коралловой помадой. Свой вечерний образ блондинка дополнила аккуратными украшениями с бриллиантами, серьгами, ожерельем и кольцом. Во время торжества звездные гости весело провели время, общаясь друг с другом и позируя для фотографов. По протоколу мероприятия номинанты на «Оскар» дают небольшие интервью о своих работах, которые удостоились такой высокой оценки киноакадемиков. Недавно Шарлиз рассказала о самом неприятном свидании в своей жизни. Во время романтической встречи бойфренд актрисы попросил ее выполнить неприличную просьбу. На днях кинозвезда показала, каким хитрым приемом можно скрыть отросшие корни волос.